Владимир – административный центр Владимирской области, древняя столица северо-восточной Руси, один из крупнейших туристических центров европейской части России. Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы, в 176 километрах к востоку от Москвы. Основание Владимира традиционно связывается с летописным известием о том, что Владимир Мономах заложил город в 1108 году. Соответственно, 900-летие его отмечалось в 2008 году. В рамках стратегии регионального развития 3 июня 2016 года компания «Эффективные технологии» провела во Владимире конференцию «Эффективная встреча». При организации мероприятия мы обозначили основные цели – создание профессиональной площадки для встречи специалистов в области геодезии, представление современных технологий в области геодезического оборудования, информирование о возможности установки сети базовых станций в регионе и вовлечение участников конференции в живое общение для обсуждения существующих проблем и решения текущих вопросов у наших клиентов. Компания «Эффективные технологии» представила свои решения, геодезические приемники EFT-M2 GNSS, EFT-M1 GNSS и EFT-GH1 GNSS. Оживленный интерес вызвал управляющий приемником EFT-M2 GNSS программный комплекс EFT Field Survey на платформе Android. Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы, приемник EFT-M2 GNSS также получил положительные отзывы и пользовался особым вниманием у специалистов, знакомых и работающих с первым приемником EFT-M1 GNSS, выпускаемым компанией с 2012 года, который зарекомендовал себя производительным и надежным решением среди специалистов. Приемник EFT-GH1 GNSS занял особое место при мастер-классе. Приглашенные специалисты отметили удобство работы с ним при выполнении работ с низкими требованиями по точности. В рамках встречи большое внимание уделили вопросу сети базовых станций EFT-Course, которая представлена в регионе постоянно действующими базовыми станциями в городах Владимир, Юрьев-Польский, Ковров и Муром. Наряду с общим информированием участников встречи по данной теме специалисты компании «Эффективные технологии» провели открытую двустороннюю беседу с участниками, которая позволила оперативно решить имеющиеся вопросы. Проведенные в этот день мастер-классы дали возможность участникам познакомиться с представленными на конференциях решениями ближе и увидеть возможности их применения в своей работе, открыв для себя новую эру геодезического оборудования.